Ух ты. Поспал наконец-то хоть. Я же, о, я не помню, чтобы я не помню, чтобы я забывал, как выключил будильник. У меня на 5:30 стоял. И, блин, вообще, я просто сейчас проснулся, думаю, что за фигня, светло уже. В общем, во сколько? В 11 правое я переставил туда чуть-чуть правее. И, но классный паровоз. Вот именно такой долго, нудно. Но не, нифига, там куда-то закоряжился и все. И в час. Так он за цепь ушел? Или, все, ну, или ну была, я пока тащил, пока трава одна, другая, третья, все, пришел туда уже. Это, уже все сидит. Дернул, гак. А ты на лодке пошел? На лодке, конечно. И пока перезавелся, пока подкормил, вот это вот, потом в час вот это прямо. Но он меня тут, мне такую экскурсию по заречью устроил. В сторону 11-го мы туда сплавали с ним. К острову? Ну да, к острову туда. Я еще побоялся, там вот этот кол торчит, думаю, сейчас вокруг него там ботанется. Вот. Нет, классно. Такой, видимо, они подышали вчера, вот эти вот. Подуло им. Может быть, кислородика схватили и совсем... Ветер был сильный, волна хорошая была. Да, классно. Подышали, здорово. Очень приятно. Вот. И все, и был уверен, что дальше будет. Потом у Максима я ходил там помогать. Угу. Но он там без меня разобрался. Ну, он расскажет. Ну, будете еще, видимо, задолбался. Интересно, интересно, почему вторая удочка на берегу? Ну, вот тут пойдем, узнаем попозже. Они там просили, их рано не будет. И, честно говоря, думал, что будет и дальше пищать. Но нифига, вот смотри, получается, перезавез я в 2. И все, и вот ни пика не было. Может, промазал? Не там. Нет? Нет. Там. По маркерам? Да, нет, там все точно, не торопясь. Не знаю, по 20 бойлов еще подкинуть туда и все. Ну классно. Да нет, все вообще отлично.